Пока вечером по мальчиками и девочками новый замечательный мультипликационный фильм «Собаки, собачья смерть». А я прощаюсь с вами, дорогие мальчики и девочки. Наверное, у каждого человека есть свое жизненное кредо. Для кого-то это «все, что не делается, все к лучшему». А у дискотеки «Аварии» это кредо совпадает с девизом программы «Парад звезд». Если хочешь остаться, останься просто так. С нами на параде! Все мелодии спеты, стихи все написаны. Жаль, что мы не умеем обмениваться мыслями. То ли это ветерок мои губы колышет, то ли это я кричу тебе, но ты меня не слышишь. Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах. Давно за 12, а ты еще в гостях. Ты думаешь остаться, так останься просто так. Все изъедены сплетни за долгие месяцы, и гитару давно позабыли на лестнице, и ей уже не хочется песен. На часы возмущенно глядит то, что пришел с тобой. Нет, еще не пора, постой, не уходи. Будь со мной, пой со мной, поговори со мной. Возле порога обернись невзначай. Город сегодня промок, шум на улицах смолк. И придут домой под замок, под печать, за унылые окна, заливая печаль. Нет, еще не пора, постой, где же слова? Где истории, фразы, где все, что не сказано? Уходишь, сжигая мосты, с тобой останется тот, кому улыбаешься ты. Все мелодии спеты, стихи все куплеты, поэмы написаны, теории изданы, шоу обрезаны. Остается лишь слово, я хочу быть с тобой, жизнь прожить с тобой, жизнь любить с тобой, жить любимым тобой, каждый день жизнь делить с тобой, возвращаться домой, заправляя постель, жизнь дарить с тобой, обожать наших детей. Шум на улицах смолкнет, город промокнет, эту мелодию тебе, может быть, напоет шум дождя, просто обернись, уходя. Может быть, эта музыка послышится тебе во сне. Может, вся эта история приснилась мне. Может, это ветерок мои губы колышет. Может, это я кричу если тебе, но ты меня не слышишь. Останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах. Давно за 12 тебе в другой район. Пусть будут все шептаться утром, что-нибудь соврем. Если хочешь остаться, останься просто так. Сможем мы умчаться вдаль на белых лошадях. Давно за 12 ты что-нибудь забудь. Придется возвращаться и нечаянно уснуть. Хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах. Давно за 12 тебе в другой район. Наступит утро, что-нибудь соврем. Если хочешь остаться, останься просто так. Сможем мы умчаться вдаль на белых лошадях. Пора разбредаться, ты что-нибудь забудь. Придется возвращаться и уснуть. Миша,
А вы помните цены из нашего детства? Ну, конечно, билет в кино стоил приблизительно 50 копеек, на утренний сеанс, по-моему, 20. А помните, в магазинах продавался такой молочный коктейль за 11 копеек? Сереж, я больше любил томатный сок за 10. Знаете, а вот первая гигантская сумма, которую я на себя потратил, это был диск-гигант фирмы «Мелодия», «Поет Виа самоцветы». 3 рубля 15 копеек. Зря потратились, Сережа. Через много лет вы можете не только услышать, но и увидеть. Детский музыкальный театр «Домисолька» и группа «Нью самоцветы». Мир непрост, совсем непрост. Нельзя в нем скрыться от бури и от гроз. Нельзя в нем скрыться от зимних вьюг и от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед, непрошенных бед, есть в мире звезды и солнечный свет. Есть дом родной и тепло огня. Ты у меня, есть ты у меня. Миша, а вы помните первые дни своей жизни? Вы хотите сказать годы? Нет, Миша, именно дни. Помню, но смутно. А я помню первые дни, так орал. Ну, я-то орал тоже, дай Боже.
А теперь можете себе представить, что творилось в роддоме, когда на свет появился Витас? Ну, говорят, он ангел. Встречайте, Витас! Миша, а какая у вас была самая любимая песня в детстве? Сереж, я помню вот эту. Я на солнышке лежу и ушами шевелю. Сереж, сейчас все будет. Все ваши любимые песни сразу. Как это, Миша? Попурри. Хор турецкого. Весь мир у нас в руках, мы звезды континента, разбили пух и прах.
проклятых конкурентах. Мы к вам заехали на час. Привет! Бонжур! А ну скорее любите нас! Вам крупно повезло! Ну-ка все вместе! Уши развесте! Уши развесте! Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы! Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? За тобою бегала Дед Мороз, пролила немало я горьких слез. А ну-ка, давай-ка, плясать выходи! Йо! Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, ничего я не хочу. Баю-баюшки, баю, не ложись на краю. Я всегда ложусь с краю и спокойно засыпаю. Никогда не знай поклона, плачу с месяца не попал. Я сама была такой 100 лет тому назад. Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке. Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке. Тили-тили, траливали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Вот оно какое наше лето, лето яркой зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, лето это хорошо. Вернись, лесной олень, по моему хотению. Умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где дым живет и небо. Умчи меня туда, лесной олень. Луч солнца золотого туч скрыла пелена. Между нами снова вдруг выросла стена. Ла-ла-ла. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет, солнце взойдет. Солнце взойдет, солнце взойдет. Взойдет. Солнце над нами Сергей, а почему вы такой задумчивый? Есть одна проблема, Миша, над которой бьются лучшие умы человечества. Ну и вы в их числе, конечно же. Это проблема отцов и детей, проблема связи поколений. Над ней бились Толстой, Байрон, Шекспир, а удалось решить совсем недавно одному человеку. Ефим Смолин. Спасибо. Вечная тема отцов и детей. Представьте себе такую ситуацию. Отец решил поговорить по душам, наконец, с сыном. А сын такой, знаете, тинейджер.
тут этот дебильник, мобильник, все, он одновременно по телефону, все. И отец приходит, папа с ним поговорить. Сынок, по телефону. Не, ватрушка, у меня дома не катит. Да, у меня шнурки в стакане, тут полный отстой. Отец, сынок, сынок, ты с этой музыкой совсем с ума сошел? Уже с ватрушками разговариваешь? Шнурки в стакан кладешь? Да ты че? Ватрушка – это ромашка одна, а шнурки в стакане – это вы с мамкой в доме. Ну вообще тормоза, ничего не догоняете. Сынок, мама, второй шнурок просила найти с тобой общий язык. Только не надо меня строить. Ой, чума какая. Отец хватает наушники с его головы, надевает на себя. Да что у тебя там в ухе такое, что ты прямо оторваться не можешь? Отец, надев наушники, чума. Ой, не надо меня разводить. Нет, правда всосался? Не просто чума, а бубонная прямо. Я думал, ты гонишь. А ты действительно колбасишься? Колбасюсь. Выше подымай. Я сосисечную. Сынок, вот дает. Ну, шнурок, я думал, ты кекс какой-нибудь. А ты правильный перец. Так что вас мамкой напрягает? Да ничего не напрягает, дай лучше музыку послушать. Не, погоди, ты что сюда от музыки торчать пришел? А почему не поторчать, если я вижу, что у моего эклера все нормально? Все он правильно это всасывает. Молодец, сынок, ты правильный баклажан. И что я, старый шнурок, могу тебе? Да какой ты шнурок? Ты мой фазер. Ни у кого таких фазеров нет. Чтоб так быстро всасывались и тащились. Ну, говори. Ну, ладно, понимаешь, сынок, мы ведь с мамкой тоже были молодые. Да? Реально? Чё нюхали? Нас воспитывали в строгости, сынок. Мы торчали от Шекспира. Его, конечно, ты тоже не знаешь. Нет. А ведь он писал, между прочим, о таких, как вы, молодых. Писал о том, как один перец увидел на балконе одну ватрушку. И они заторчали друг от друга с первого взгляда. А у нее что, до нее никого не было? У ватрушки этой? А, пара кексов за ней бегала, ничего серьезного. А как перца этого увидела, вообще всех забыла. Колбасно! Не так уж и колбасно, сынок. Им не катило. У обоих шнурки были против. Вот лохи панцирные. Почему? Эти шнурки когда-то один ботинок не поделили. А тут еще наш перец на тусовке подрался с одним сочником. А тут возьми, окажись из того же творога, что и эта ватрушка. Что-то я не въезжаю. Ну ты тормоз, сынок. Этот сочник ее брательником оказался. А наш перец ему, что ты гонишь? Раз и нет сочника. Вот такая история. Ух ты! Представляю, какой отстой начался. Полный, сынок. Ватрушка переживает. Знаешь, фазер, не надо ее так. У нее что, имени не было? Было. Джульетта. Так и говори. И вот ватрушка Джульетта в полном этом отпаде. И сочника жалко, на одной сметане все-таки. И этого перца своего. Шнурки кричат, мол, не бывает перцу живым, консервировать его хотят. Ну что-то все, перец, перец. Ну, Ромео, Ромео. Тут Джульетту еще стали строить, хотели замуж выдать. За кого? А, за одного старого сухаря. Смотри, как не покатило. Что ты? И Джульетта, чтобы от нее шнурки отстали, прикинулась, будто она в полной отключке. А Ромео решил, что по-настоящему. Не въехал. И решил, что нет ему жизни без Джульетты. Нюхнул что-то там из копыт. Клеймомент, наверное. Ага, она вся пришла, видит он в отключке и тоже. Эх ты, ну как же, любовь. Любовь, сынок, она может один раз приходит. И потерять ее, фазер, но пургу-то не гони. Один раз любовь приходит. К тебе сколько раз любовь приходила? Один, когда мы с мамой, да? А Любовь Петровна, соседка наша, сколько раз к тебе, когда мама на даче была? Ты на себя посмотри. Как ты со своей люля-кебаб разговариваешь? Я больше не буду. Фазер, а может она к нам придет? Конечно. Увы, мы стареем, сынок. Скоро в отстой. Но мы спокойны за будущее страны. Мы оставляем ее замечательным кренделем, сырником,
и тильком в томатном соусе. Спасибо. Сергей, вот хотелось бы узнать, какими в детстве были наши звезды? А мне, например, доподлинно известно, что Лайма Вайкуле еще в школе была модницей. И когда ее принимали в пионеры и завязывали красный галстук, она устроила жуткий скандал, заявив, что он по цвету не подходит к ее туфелькам. Ах, Лайма, вы совсем не изменились. И пустяк, что крыша в нем протекла, много света и тепла. Это дом у реки, деревянные мостки и кусты малины, сладко, как любовь, искололи нас с тобой. И кусты малины, сладко, как любовь, искололи нас с тобой. Синий жук летел в окно, отбросил ветер тюль. Майскому, наверное, все равно, что на реке июль. На реке. Это дом на реке, георгиновый букет. Сонный неги полон лепестками роз и заколок для волос. Сонный неги полон лепестками роз и заколок для волос. Бакинчик зажег фонарь для всех влюбленных ночь. Из-за облаков ему луна пытается помочь. На реке в тихом уголке негой окутан наш дом на реке. Это дом на реке, город где-то вдалеке. И поют лягушки, квакают без ног этот медленный фокстрот. И поют лягушки, квакают без ног этот медленный фокстрот. Старый дом у реки. Каждый раз, когда мне выпадает честь представлять этого артиста, я чувствую себя ребенком рядом с его мудростью, с его жизненным опытом. Народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда. Тише
солдат, слышишь, солдат, люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек, так помирел человек. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Вот и подошла к концу наша встреча. И хотелось бы пожелать всем нам защищать наших детей не только 1 июня, защищать от всех угроз и опасностей, потому что для нас они всегда остаются детьми. Счастья вам, дети! Устроены так люди желают знать, желают знать, желают.
что сказать. Устроены так люди, желают знать, желают знать. Желают знать, что будет. Желают знать, что будет. Желают знать, что будет. Взяточники, взяточники, а мне сказали... Мне кажется, Новый год — это самый любимый праздник всех без исключения. Это праздник чудес, добра и хорошего настроения. И вот как раз наша главная задача сегодня — создать это хорошее настроение всем-всем-всем вам. С вами Стас Пьеха. И неповторимая Валерия. Леонид Агутин и Анжелика Варум. Thank you.
счастливые дети надежды. Этот призрачный мир белоснежный. Сейчас хотелось. Мне бы хотелось, чтобы в следующем году обязательно сбылось желание, которое я загадаю в новогоднюю ночь. А вот я хочу, чтобы мое желание исполнилось прямо сейчас. Если ты сейчас исполнишь какую-нибудь красивую песню и для меня, и для всех телезрителей, вот тогда оно точно сбудется. С огромным удовольствием. Валерия, никто, как ты. Я встречу любовь, пришла в
весна другая, и вновь себя ругая, вспоминаю о той. Упала с полки любовь, рассыпались осколки на пол. Живем на свете, мы как осколки эти, как ты там не со мной. Никто, как ты, меня не понимает, никто, как ты, меня не обнимает. Никто не может так, как ты, меня убить и спасти. Никто, как ты, меня не понимает, никто, как ты, меня не обнимает. Никто не может так, как ты, меня убить и спасти. Валерия! Валерия, скажи, а что в этом году произошло такого интересного, о чем ты могла бы рассказать всем, не только мужу? Ну, на самом деле, муж об этом в курсе. Хочу сказать, что, наверное, больше всего мне запомнились гастроли по Великобритании. Мы отыграли 13 концертов, включая 2 концерта на O2-арене, самой большой площадке, самой крупной престижной площадке Лондона. А чем ты можешь похвастаться? Ну, Великобритания в этом году я не гастролировал, это у нас в следующем году. Вот, а, ну, как обычно, традиционно, новые песни появились. А ты сейчас мог спеть одну из них? Вот как раз за этим я сюда и пришел. Ну, замечательно. Дорогие друзья, Стас Пьеха с лучшей песней 2009 года. Правду самую горькую все равно не таи, скажи. А любовь, пусть недолгая, лучше красивой лжи. Ты скажи, я понять хочу слов обмана и верных слов. Друг от друга не отличу, как туман берегов. Я лист, плывущий по реке, прочь от тебя несет течение, но на последнем узелке нас держит нить, и в том спасенье я лист, плывущий по реке, прочь от тебя несет течение, но на последнем узелке нас держит нить. В том спасенье держит нас и не рвется нить, как спасение для двоих. Все могу я тебе простить, только прошу, не лги. Знаю, слышу я, что хочу, слов обмана и верных слов. Друг от друга не отличу, как туман берегов. Я лист, плывущий по реке, прочь от тебя несет течение, но на последнем узелке нас держит нить, и в том спасенье. Я лист, плывущий по реке,
точит тебя, несет течением, но на последнем узелке нас держит нить, и в том спасенье. Но на последнем узелке нас держит нить, и в том спасенье я лист, плывущий по реке, прочь от тебя несет течение, но на последнем узелке нас держит нить, и в том спасенье. Ты знаешь, самый лучший подарок для близких артиста, наверное, это совместно встреченный Новый год. Ну, тогда следующим артистам повезло больше всех. Они и живут вместе, и работают, и поют тоже вместе. Они будут вести нашу программу. Встречайте. Леонид Агутин и Анжелика Варум. На сцене... Лолита! Расскажи, как. Расскажи, как, Лолита. Я попробую. Анжелика, Леня, спасибо огромное, оркестр. Добрый вечер. Боже мой, какая высокая у вас лестница. Люди. С наступающим вас. Здравствуйте, маэстро. А теперь всем встать. Вместе со мной вы должны будете сейчас... сделать одно движение, которое называется «прыгать на скакалочке». Прыгаем. Вместе прыгаем. Садимся. Только дайте мне слово, если в новом году, не дай бог, где-нибудь вот здесь в области души заскребут кошки, вы обязательно встанете в центре города любого и закрытыми глазами попрыгайте на скакалочке. Потом откроете глаза и посмотрите, сколько людей вокруг вас улыбается. Ну, а я буду петь. Безумную
счастье птицы взлететь, что нам не продать, не купить. Покажи мне Анжелика, скажи, а что больше всего тебе нравится в праздновании Нового года? Больше всего мне нравится разворачивать подарки. Ведь ты до последнего момента не знаешь, что в этих прекрасных, ярких, шуршащих коробочках. Мне тоже в Новый год очень нравится ощущение неизвестности, загадочности и таинственности. Именно в Новый год возникает ощущение, то, что ты не знаешь чего-то наверняка, и как следующий год сложится, и что с тобой вообще произойдет. И, Ленечка, в зависимости запутался, от... запутался, ты мудришь чего-то. Ну, я забыл просто, кто следующий артист, я извиняюсь, поэтому... Так, все. Даю несколько подсказок. Высокий. А, Филипп Киркоров, я понял, значит... Не угадал. Красивый. Мазаев, что ли? Ну, нет, ну, хотя... Ну, нет, 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 нет. Замечательный певец. А, Гриша Лепс. Нет, так, друзья... Ленечка. Это все ты, любимый. Высокий? Ну, я тебя так вижу. На сцене заслуженный артист России Леонид Агутин. Набери на счастье телефон, может, это...